Ночь. Пустырь на окраине города. В роли АБ заслуженный артист республики Олег Солюс. В роли боксера Анатолий Папанов. Кого ждешь? Никого. Ты не видел сына аптекаря? Нет. Он здесь не проходил? Нет. Не ври. А зачем мне врать? Смотри у меня, а то поколочу. Как в прошлый раз, помнишь, не забыл, да? Помнишь, да? Не забыл? Помню. Ты слыхал, какую штуку сыграл вчера со мной на матче этот негодяй? Не слыхал. Ну как это ты? Весь город знает. Слыхал. Но многие, конечно, не знают сути дела. Ты тоже, наверное, не знаешь. Не знаю. Так вот, после первого раунда он поднялся ко мне на ринг. Не знаю, как в один миг сунул мне в перчатку огромный кусок свинца. А ты не заметил? Не будь идиотом, как-то в перчатку тебе сунули свинец, а ты не заметил. Я просто ничего не сказал. Почему? Это глупый вопрос. Разве ты станешь возражать, если твой друг окажет тебе подобную услугу? Станешь? Или начнешь на весь зал кричать, что, мол, знаете, люди, один мой друг сунул мне в перчатку свинец для того, чтобы я нокаутировал негритянского пса. Не скажи, будешь кричать или не будешь? Будешь или не будешь? Конечно. Не буду. Ну, конечно. Не будешь. Но это сволочь, подумай, сам сунул мне свинец в перчатку. А когда я свернул этому негру челюсть, то стал кричать на весь зал, что нужно проверить перчатку. Ты когда-нибудь слышал о такой подлости, а? Слыхал, не слыхал? Не слыхал. Который теперь час, мои, кажется, спешат. Без 10:09. Сейчас он явится. Кто? Сын аптекаря. От имени дочери судьи я пригласил его на свидание. Влюблен в нее, сволочь. Обязательно придет. Тогда я уйду. Ни за что. Сам Бог послал мне тебя. И не думай даже. А девушка знает об этом? Ну откуда? Послушай. Он придет с этой стороны, я буду стоять здесь, он меня не заметит. Он, конечно, подойдет к тебе, ты постарайся отвлечь его разговором и постарайся сделать так, чтобы он все время стоял ко мне спиной. Ты понял меня или не понял? Понял. А дальше что? А дальше мое дело. Но ведь... Если ты этого не сделаешь, то я сейчас же проколю шины твоего грузовика. А завтра или послезавтра твой живот, вот этот вот живот, на куски кишки валяются по мостовой. Ты уйдешь тогда, когда я закончу дело. Никто не видел, никто не слышал. Понял меня или не понял? Понял. Конечно, будут подозревать меня,
Но ведь доказательства нет, а? Есть доказательства? Но если ведь... спрашиваю, есть доказательства или нет? Нет. Я тебя избавлю от дерьма. Ты знаешь, шофер патрона свой человек. Отыщет тебе подходящее место. Тебе представился случай. Вот воспользуйся. Идет. Если меня выдашь, сам знаешь. Покажи себя. Тебе представился случай. И не забудь, наш уговор, он все время должен стоять ко мне спиной.